Это Кирилл Терешин, мальчик руки-базуки. 2 года тому назад он вкачал себе по 3 литра синтола в каждую руку. Так он рассказывал нам в нашей программе. А это тоже он на операционном столе. Из левой руки вместе с частью трицепса ему удалили масло. Операция проведена в 1-м Московском медицинском университете имени Сеченова. Дорогие друзья, рядом со мной стоят 2 прекрасных доктора, и их величие связано с тем, что они занимаются лечением болезней, которых нет в международной классификации болезней. Профессор Олеся Игоревна Старцева и доцент 1-го Московского медицинского университета Дмитрий Владимирович Мельников. Вот мы, наверное, узнаем об этих докторах в связи с историей Кирилла Терешина, которому таки пришлось начать удалять части тела. Вот я хочу вот эту фотографию показать всем нашим зрителям. Вот прям вот так вот хочу снять. Итак, вот эта фотография, где Кирилл лежит на операционном столе. Вы уже удалили ему одну часть, да? Да. Руки. Сколько вы удалили в килограммах? Ну, порядка полутора. Порядка полутора килограммов. Поняла. Скажите, пожалуйста, ему невозможно было откачать то масло, которое он себе ввел? К сожалению, никаких способов, которые ему предлагали, типа липосакции или еще чего-то, они не были невозможны. Нет. Это каменистой плотности образования. Я уже говорил о том, что по нему можно стучать, то есть как некое дерево. И, конечно, невозможно было это сделать только с помощью липосакции. Нужно заходить, открывать и удалять. И удалять вместе с фрагментами мышц. Трудная была операция? Ну, непростая, но в некой степени для нас такая рядовая. Мы, к сожалению, сталкиваемся с подобными историями в рамках нашей кафедры, в рамках клиники Сеченовского университета. Нам приходится нечто подобное решать. Это Олеся Игоревна, и действительно кафедра этим занимается. И, как оказалось, Кирилл себе вводил не синтол дорогой, а дешевый продукт, дешевый вазелин жидкий. Но, к сожалению, огромное количество женщин вводят себе где-то подпольно у каких-то подпольных врачей вазелин. В грудь, чтобы ее увеличить, куда еще? Ягодицы, как мы называем, зоны интереса с эстетической целью, чтобы было упруго, чтобы, может быть, даже улучшить качество кожи, как они считают. Чем это заканчивается? Ничем хорошим, к сожалению, не заканчивается. Организм реагирует плохо, страдает кожа, повреждаются все эти ткани. И для них это заканчивается тем, что они в лучшем случае попадают к нам, нам приходится это все удалять. Вот объясните просто людям, что невозможно отсосать вазелин или синтол. Можно только удалить вместе с теми тканями, которые эти вещества пропитали. Правильно? Совершенно верно. Если это грудь или ягодицы, какой объем удаления? Самое важное понять, что эти вещества для введения в организм не предназначены. Они не биоинертны. И как они распространяются, как они поражают ткани, до конца непонятно. Вот смотрите, я показывала этот эксперимент много раз в программе. Вот что такое вазелин или синтол? Вот хлеб пропитан маслом, это тоже масло, правильно? Совершенно. Откачать, вы понимаете, откачать отсюда то масло, которое тут, невозможно. Поэтому можно только удалить кусками. Итак, Кириллу удалили вот эту нижнюю часть трицепса одной руки, сохранив нервы и сосудистый пучок для того, чтобы осталось движение в кисти. Да. Левая рука, чтобы, если что-то возникнет, она не была действующей. Теперь вы будете делать вторую операцию на правой. С чем мы столкнемся, какие могут быть подводные камни, и уже с большей информацией идем на другую конечность. Вот теперь самое главное. То есть будет всего 4 операции. Раз низ, 2 низ, 3, 4. А вот теперь покажите нам эту фотографию женщин, которые все это вводят себе в грудь. Вот, давайте просто посмотрите, какой кошмар. Просто кошмар. Вот так вот выглядит женщина. С вазелином жидким, введенным в грудь. Вот так вот. И в этом случае будет полностью удалена грудь. Конечно. Это правда, что в международной классификации болезни нет такой болезни? Да. Мне кажется, вот я сейчас говорю искренне, вы должны ее описать. Описать и внести, потому что, как выяснилось, это не единичный случай. Ну,
Это спасибо за идею. Нет, здесь просто искренне. То есть доктора лечат то, чего не описано в медицине. Надо описать введение инородных масел в тело человека. О чем вы бы хотели предупредить тех, кто это делает? Женщины, вот таких мальчиков странных. О том, что безнаказанно, к сожалению, ничего инородное, особенно не сертифицированное, ввести нельзя. На каком-то этапе это может быть вазелин, на каком-то этапе это может быть что-то другое, но последствия всегда будут, к сожалению, плачевные. Если вы что-то собираетесь использовать, то это должно быть сертифицировано, разрешено к применению на территории нашей страны. Это должно происходить в клиниках качественных и на хорошего-хорошего уровня, и доктор должен обладать всей информацией не только по тому, как вводить это, но и как это удалить. Есть ли у Кирилла риски того, что не удастся где-то сохранить нервы из-за тяжелого поражения? Потому что и операция, в общем-то, это, если так можно сказать, операция отчаяния, потому что стали возникать очаги некроза, очаги нагноения этой ткани, так как организм все-таки оказался не в состоянии переварить то, что он себе ввел. Есть ли риски того, что может утратиться движение, не удастся сохранить нервы? Объективно, Дмитрий... Я вам больше того скажу, мы не очень... хотели его брать на операцию. И, я вас понимаю. Да, это такая история, потому что понятно, что человек, который подошел к введению чего-то в себя, он может быть психологически несколько опасен. И как он будет себя вести, как он будет, например, соблюдать рекомендации после операционного периода, для нас это большой вопрос. И мы можем столкнуться с проблемами, связанными с тем, что он не следует нашей концепции. Как говорил наш учитель, академик Миланов, он говорил, что умную операцию надо делать умному человеку. И, конечно, здесь существует определенная проблема, связанная с тем, что, да, риски эти высокие. Я пытаюсь ему это объяснить, и все пытаются это объяснить ему, но понимает ли он нас, слышит, это тоже вопрос. Но, к сожалению, не удалять нельзя. Я поняла. Потому что это вещество, оно провоцирует организм на борьбу с ним, и фиброз будет прогрессировать, а разрастание соединительной ткани будет сдавливать нервы, сосудистые пучки и кожу, и приводить к трофическим нарушениям. И вот это сдавление привело к очагам некроза. Очаги некроза вызвали локальные гнойники, которые дали у него воспаление клетчатки, которое вы вылечили консервативно. Но ему жить дальше, надо от этого вещества избавляться. А то, что мы вот сейчас обсуждаем, удалять приходится только вместе с тканью. Это просто еще раз подчеркнем. Итак, удалять нельзя, удалить синтол. Нельзя удалить вазелин, который вы ввели в себя. Любое масло, которое вы вкачали в себя, удалить нельзя. Можно удалить только все это вместе с частями вашего тела. Кириллу начали помогать. Сколько месяцев вы планируете заниматься им? Я думаю, что через 3-4 месяца мы пойдем на правую руку. И, ну, то есть дельта, вот это время будет 3-4 месяца. То есть пауза 3-4 месяца. То есть почти год уйдет на удаление мышц поэтапного с одной и с другой руки. Пожелаем ему, чтобы за это время не произошло драмы, которая потребует ампутации. А всем, кто собирается так поступить, пожелаем включить голову. Это помогает. Это помогает. Восхищение работы наших коллег и ужас от того, что люди собственными руками могут себя так доконать. Подписывайся на канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы тебе приходило новое видео. Всем удачи!